По поводу рисков, да, то есть зачем мне там рисковать деньгами, если я могу просто положить все в банк, там у меня и будет процентик, и застраховано 700, до 700 тысяч рублей. Мы должны понимать, ну, в принципе, я думаю, что вот Андрей Ховратов об этом очень доходчиво рассказывает, да, то, что есть разные виды инвестирования, и рискованное инвестирование, долгосрочно рискованное инвестирование, это не приносит там 3-4-5%, которые принесет вам банк. Это приносит тысячи, там, сотни или тысячи процентов на вложенный доллар, но увеличивает риск, конечно, и потерять. Поэтому это совершенно две разные философии инвестирования. И здесь как раз огромную роль в философии инвестора играет умение правильно оценивать проект. То есть не поддаваться на какие-то обещания там или что, а просто смотреть на факты. Вот, ну, это как бы опять я сейчас углубился в тот вопрос. Значит, то есть, опять же, да, два разных вида инвестирования. Хотите нести в банк, где как бы процент кушает инфляция параллельно, ну, вы выходите в небольшом минусе. Если хотите инвестировать в венчурный проект, будьте готовы потерять, поэтому инвестируйте немного.